На месте. Мы приветствуем Себастьян, он идет к маме. И мы спрашиваем разрешение у мамы на диагностику и чистку ребенка. Дает. И я даю команду на 4 сканера сканирует пространство над головой Себастьяна, под ногами 360 градусов вокруг него. 2, 3. Сканер сканирует все 7 тонких тел Себастьяна, находит все. Ты знаешь, у него как корка какая-то впереди, как маска покрыта полностью, он ей покрыт. Все тело, голова, руки, ноги. Хорошо, дождемся окончания сканирования. У него бес и красный дракон. Включаю внутренний белосвет Себастьяну, даю ему 100% энергии. И этим светом он выдалит из себя всю эту корку вокруг его тонких тел. 1, 2, 3. Корка отлетает до 100% и формируется в шар. Готово. А выстраивает этого шара канал к ответственному, притягивает ответственного в клетку-тюрьму. Это демон. Демон, с которым я встречался сегодня? Нет, другой. Какой у нас демон? 16. 16? Да. 16-герцовый демон. Что ты делаешь в биополе ребенка? Что это за корка? Я пока не захожу, рано ему еще. Демона, беса представил наблюдать за ним. Что такое интересное? Корка – это его безэмоциональность. А откуда она взялась? Это ж твоя работа. Контракт у меня с ним в прошлой жизни. Контракт. Отлично. Контролирую его. Сегодня попозже будет. Зайду. Нет, ты попозже не зайдешь, сегодня все контракты будут аннулированы, демон. Поэтому не та ситуация. Какой у нас красный дракон? Посмотри, Вера. 17.25. Что ты здесь делаешь, дракон? Развиваюсь. Подпитываюсь энергией. Сколько ты находишься в этом биополе? Больше года. Год и 2 месяца. Сколько находится демон в биополе ребенка с этой коркой? Смотрю с рождения за ним. А корка когда появилась? Выстраивается корка по мере взросления. Хорошо. Покрывается, как я говорю, безэмоциональность. Объясни содержание контракта или мне самому посмотреть? Должок за ним. Что он тебя просил в прошлой жизни? Расскажи. Что он получил? Что он обещал? По условиям деньги контракта. Деньги просил. Получил он эти деньги? Золото получил. Дикий Запад это был. Какие года? 1802 год. Понятно. Он просил у тебя золото, и он это золото получил. И почему ты не забрал то, что ты хотел в той жизни? Почему контракт перешел на эту жизнь? Или это были условия контракта? Он должен был отдать ему душу своего будущего ребенка. После получения золота он сделал так, что у него не было детей, но жил он богато. Он переехал в Европу. Поэтому в этой жизни, начиная с ребенка, он забирает его душу, покрывает коркой безразличия, приучает к себе. Понятно. Хорошо. Сканер просканирует полноту души Себастьяна на настоящий момент. 96. Хорошо. На 4%. Хорошо. Начинаем с реверса энергии. Даю команду тонкой копии Себастьяна спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную. И все, что он мог получить от них, возвращается к ним. Усилие потоки в 50 раз. Какой у нас бес, Вера? Посмотри. Ты присутствуешь в доме, бес? Или ты только в этом биополе? В доме выхожу, проверяю ситуацию. Много кто там присутствует. Ну, новенькие там. Оно разложил свои одеялки. Понятно. Хорошо, значит, ты есть в доме. Так, мы все там недавно, там были свои. Вы их выгнали, да? Отвоевали территорию. На улице демон отвоевал. А в доме пока пересекаемся. Понятно. Мы сегодня дом чистим. Реверс закончился. Установили фильтры золотой сеточкой на все каналы в порядке реверса. Себастьян забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошла энергия божественная, чистая. 1, 2, 3. Все родные энергии, все, что на чистоте Себастьян находится, возвращается назад. Усилие потоки в 50 раз.
Ему радость возвращается, улыбка, смех. Готовы? Бес, выходи, собирай все, что ты оставил в, ее био, в его биополе. Ничего не забывай, отключайся полностью, возвращайся назад. Приступай. Но он за коркой смотрел и носочки одел на него, снимает. Готов? Красный дракон, выходи, вытаскивай свои платы, отключайся полностью. Приступай. Да, я снял. Хорошо, демон, на твоей чистоте что-то еще осталось невытащенным? Нет, я ничего не устанавливал. Мне принадлежит корка. Понятно. Даю команду на рассинхронизацию Себастьяна с бесом, красным драконом, демоном и этой коркой. Пошла рассинхронизация до 100%, заканчивается автоматически. Но на рассинхронизация идет, но с демоном у них остается связь. Хорошо. Закончилось. То 16 лет мать несет за него ответственность, поэтому будем спрашивать разрешение у матери. Даю команду сканеру на контрольную проверку. Он чисто, не считая контракта, который заключен. Хорошо, тогда мы сейчас переходим к следующему этапу. Обращаемся к Себастьяну. Себастьян, ты понимаешь, что вообще здесь происходит сейчас, нет? Нет, он не понимает. Хорошо, мы спрашиваем маму. Ты для Анна Добру на аннулирование контрактов и договоров, заключенных конечно в Себастьяне. По закону свободы воли души и свободному праву распоряжаться собственными энергиями, Себастьян взял ответственность за свою жизнь и выразил это намерение. Я говорю вслух, его тонкая копия, мама, повторяет за мной. Я, а также всякого рода дополнения к соглашениям, контрактам и договорам. Договора выходят, активные подсвечиваются. Но он вышел, он в золоте, так и есть этот договор. Пусть повторяет за мной, с мамой вместе. Внутренней властью моего суверенного я объявляю, что право распоряжаться собственными энергиями. Пошел возврат энергии, если таковая есть. Готов. Открывая воронку в галактическое ядро, все аннулированные контракты и договора вместе с их фантомами и отработанные контракты улетают на переработку. Закрывая, печатаю, растворяю. Есть. Идем дальше. Подхожу к Себастьяну, помогая моей энергии отстегнуть ему все каналы на счет 3. 1, 2, 3, удар. Отлетает каналы. Все отлетело? Да. Открывая воронку в галактическое ядро, канал улетает на переработку, закрывая, печатаю, растворяю. Даю команду сканеру. Сканер просканирует полноту души Себастьяна на настоящий момент. 100%, и он по-другому светится изнутри сейчас. Итак, контракты аннулированы. Демон, если не хочешь уходить с пустыми руками, могу тебе отдать эмоциональный фантом. Давай. Выходит эмоциональный фантом Себастьяна, проецирует все негативные программы, негативные мыслеформы, также все низковибрационные эмоциональные энергии зло и им же сгенерированная, проецируется на его эмоциональном фантоме. Фантом выходит. Да, вышел серый фантом. Сворачивай этот фантом в шар. Забираешь демон? Забирает. Отправляю демону. Готов. Хорошо. На этом мы закончили эту историю. Сейчас я буду отпускать. Значит, красный дракон, ты не находишься в доме, да? Нет. Демон 16-герцовый тоже не находится в доме? Нет. Значит, тогда вас буду сейчас обоих отпускать. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте демона. И демон уходит на свою чистоту. Закрывая, печатаю, растворяясь, ставлю огненную пентаграмму. Готов. Под этой коркой открывается воронка в галактическое ядро. Она уходит на переработку. Закрывая, печатаю, растворяя. Есть. Красный дракон, дай мне слово красного дракона, что ты больше никогда к ребенку не придешь. Дай слово. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте красного дракона. Он забирает все, что принес, уходит на свою чистоту. Закрываем, печатаем, растворяем. Есть. Хорошо, бес, отпускаю тебя сейчас в дом. Собирай все, что ты там оставил. Я приду, проверю. Через некоторое время и отпущу тебя на твою чистоту. Все понятно? Ладно, ладно, понятно. Открывается канал в дом Себастьяна. Бес уходит в этот портал. Закрывая, печатаю, растворяй. Готово. Хорошо, клетка пустая, да, Вера? Пустая. Идем по частотам, пройдемся, переходим на чистоту. Манифест ему еще рано. Посмотри, сколько энергии нужно Себастьяну и какая частота вибрации будет ему полезна. 180 и 18. На четыре макушку головы Себастьяна начинает поступать 7 высоковибрационных потоков по 180% каждый. 1, 2, 3 потоки пошли. Наполняет, усиливает. Все необходимые ему цвета начинают поступать. Мощность потоков усиливается.
Частота вибрации поднимается до 18 Гц. Пошел подъем. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Есть. Хорошо, Себастьян, мы закончили твою чистку. Как ты себя чувствуешь сейчас? Много энергии у меня. Хорошо чувствую. Какие-то новые чувства внутри, радости, спокойствия. Вот это все сейчас останется, а все негативное мы уже убрали. Ты это сам видел. И это больше не придет. Контракт аннулирован, тем самым у тебя свободная жизнь. Живи, радуйся, развивайся. Хорошо, возвращаем назад Себастьяна и переходим к следующему ребенку. И для усвоения энергии вибраций возвращаем тонкую копию Себастьяна в его систему биоробот-душа. Заводим, подключаем каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация, гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отключаемся от объекта.